В зале Академии спорта шумно, эмоции через край, что у спортсменов, что у тренеров. И это не чемпионат России, даже не первенство области. В схватках сошлись юноши и девушки 15-16 лет. Перворазрядники, кандидаты в мастера. Сегодня на ковре можно сбросить набранный за праздники вес или показать, чему научился за несколько дней учебно-тренировочных сборов. Против Кстова гость из столицы боролся отчаянно и горячо, но удержание решило исход поединка. Тренер Армана Варданяна Олег Стахеев на сборы в Кстова с учениками приехал впервые. Признается, в стенах легендарной Академии спорта даже проигрыш как победа. Воспитанникам гордится. Не то, что стал сильнее, техничнее, он стал увереннее. Он теперь знает, что он тренировался почти 2 недели с элитой, с самыми сильнейшими ребятами и девчатами. Каждый день по 3 раза. Он с этими ребятами уже наравне, и он хочет уже занять первое место. Цель этих сборов – это повышение спортивного мастерства и, конечно же, общение. Потому что сегодня мы спортсмены, а завтра с ковра выходим мы друзья. Наверное, так. Для юных самбистов это не просто первый старт в новом году. Здесь проверяют себя на прочность и знакомятся с будущими соперниками. Уже в феврале они сразятся на первенстве области. Евгений Мельников, Дмитрий Шибалков, Связист ТВ, специально для «Время новостей».